собирались переехать, не переехали. Да, да ну, какая же шатура. Ну, тут дебилизм такой, понимаешь, он же командир полный. Задолбал уже всех. Вчера такая ругачка была тут. Вообще. А что такое? Ну, все из-за этих окопов и так далее. Он тут дебильные команды дает, мы уже отказываемся. Он такой, все, идите, рапорт пишите. Я говорю, тебе надо, иди, пиши, говорю, рапорт. Задолбал, говорю, уже. Это команды, говорю, свои даешь. Я говорю, он нас в одну эту хочет в один окоп загнать нас, чтобы туда снаряд упал, чтобы там все погибли. Я говорю, ты что вообще, говорю, больной, говорю, что ли? Сказали, больше, прежде чем сюда ехать на войну, сказали, больше 3 человек, чтобы в одной яме не было. Не было, потому что это цельно, нафиг, сразу убивают. Вот с**а какой, а. Ну он же с вами, падла, он вообще свою жизнь не ценит. Ну ему плевать, он когда здесь мы с ним были, он потом рассказал, что ему как бы его жизнь, как бы ему пофигу. Я свой себе сам окоп рою. Я сказал, я не полезу в эту могилу. Я говорю, хотите умирать, я говорю, снаряд прилетит, я говорю, вы все погибнете. Я не какой-то меньше месяца до дома осталось, он ерундой тут занимается. Уже никто не хочет делать, уже у всех спины болят, уже тут ты болеешь, насморк, спина, руки. Ты просыпаешься, уже ты этих окопок, уже даже кулак не могу сжать, потому что сил нету. Ты знаешь, это, когда назад были, что-то это, ты же рассказал за эту колонну. Если остановка, сынок, выскакивай и беги нахуй а подальше от этих машин. Уже все, мы, если да, уже не сиди, домой, не жди нахуй. Все, уже контракт закончен, пошли. Ебать в этих машинах. Полудурки. И ничего же жизнь не учит, понимаешь? И каждый раз же так ездим. Каждый раз так ездим. Люди гибнут, машины разбивают, и каждый раз ты знаешь, тупорылые. Что... Ага, как специально вот, сука, а. Че творят? Че вообще без мозгов? Даже я, человек не военный, совершенно понимаю, что так нельзя делать. Это неправильно. Ну, а видишь, что ужас. Тупорылые. Каждый раз они те же грабли наступают, и все равно. Не понимаешь? Ага. Стреляли, убирать человек, я тебе сказал, погиб недавно у нас здесь, да, которого да, не да, довезли. Да. И мы же там же практически рядом роем окопы. Ну ты, я не могу понять, здесь, понимаешь? Просто дауны. Какой ужас.